Слава Украине, привет всем от Полонского. Бавовна. Ребята, куда же без бавовны, тем паче бавовна в Крыму, во временно оккупированном расистами украинском Крыму, который мы обязательно заберем назад, освободим от этой нечисти фашистской, которая там сегодня подвязается и угрожает жизни людей, как в Крыму, так и в Украине. Да, так вот, эти бандиты в бывшем, значит, месте, в котором, которое посещали туристы, я там был в свое время, давно уже, правда, Гора и Петри, туристическая Мекка, да, Крыма, бандиты сделали там базу ПВО, радиотехнические всякие станции стоят, станции слежения и так далее. То есть там базируется третий российский радиотехнический полк, базировался, наверное, так все-таки правильно сказать. И вот туда сегодня в 6 утра как раз и прилетело. Почему отрабатывают такие моменты? Потому что тенденция следующая, задача следующая. Максимально ослабить российскую систему ПВО перед грядущей атакой по Крымскому мосту, также по Джанкою и так далее. Кстати, в Джанкой был отдельный прилет, поэтому, ну, потом расскажем, когда появятся данные. Пока есть данные по Ай-Петри, поэтому поговорим по Ай-Петри. Значит, там находится этот третий полк и войсковая часть 85-683. Вот по ним, собственно говоря, сегодня и прилетело. Сами же расисты пищат, что прилетело или прилетели ракеты Storm Shadow. Естественно, гауляйтер местный заявил, что все сбили. Но мы знаем, как они все это дело сбивают. Вот, в результате они сбивали, конечно же, самими пепелацами, которые находятся на территории этой части. То есть антеннами, приборами и так далее. Вот этим они все это дело избивали. Нанесен очень серьезный ущерб этой воинской части, этому третьему полку. И ликвидирован расист. Некто Кулаков, это командир этой воинской части. Говорят, с ним вместе ликвидирован еще один расист, имя которого сами же оккупанты не приводят. Таким образом, ну, я вам скажу так, что если попало по башке командиру, то я так думаю, там не один с ним еще отправлен на концерт Кобзона, соответственно, по всей видимости, там больше их. Скажем так, пока есть информация только вот такого рода, что самое главное, нас даже не интересует персоналии в этом случае, нас интересует вот эта вся аппаратура, которая там стоит, которая мешает нашим доблестным ракетам лететь в сторону незаконного строения, а именно Крымский мост, который вот наша исполнительная служба должна была уже давным-давно снести. Интересно, там будут сидеть чиновники исполнительной службы сверху на ракете, которая будет сносить это все дело и подсчитывать, будут рисовать. Ага, вот это снесли. Все, выконано. О, впав, добре, зроблено. Вот так вот это все будет выглядеть. Очень скоро Крымский мост буль-буль. Интересно только когда. Нет вопросов, да или нет. Да, однозначно. Вопрос только когда. Все буде Україна.